Доброе утречко. У нас рождественские праздники. И сегодня 25 декабря. Решила, что по такому поводу нужно немножко погулять по лесу. И ближайший ко мне лес в Риге — это район Имонта. Потому что он граничит вот с такой лесополосой. Если это так уместно назвать, он довольно большой, этот лес. Далеко мы углубляться не будем, но посмотрим на какие-то красивые сосны, корни. Здесь есть несколько таких мест очень интересных. Здесь горочки небольшие, с собачками сейчас все гуляют, на саночках с детьми. Так что углубляемся. Над головой буду потрескивать линии электропередач. Помните, я вам рассказывала, показывала один домик, который продается вот здесь в Имонте. Вот он там буквально где-то в 200 метрах, именно под вот этими высотными линиями. Поэтому не уверена, что его кто-то купит, хотя и цена там небольшая, и район вроде бы Рига, такой прямо центр-центр. Но как-то себя чувствуешь под этими линиями не очень. Так, а мы идем туда, там есть очень красивые сосны на пригорках. Наверное, ветер дул и как-то выветрилась земля под корнями, поэтому они смотрятся очень красиво. Пытается какое-то маленькое солнышко проглянуть, было бы здорово, если бы это произошло, потому что иначе очень темные кадры будут. Ну, попытаюсь вам, насколько могу, передать это ощущение. Немножко простужена где-то, не знаю даже, где успела. Сегодня чуть-чуть болит горло, но все равно хочется погулять, походить, посмотреть. Жалко, не было такого снега, который мягко падает на веточки. Было бы все очень красиво. Тут немножко по краю пройдем. Я так понимаю, что вот эта ямка не просто так. Это все-таки здесь какой-то кротик выбрался. Такая чисто кротовая ямочка. Значит, они зимой. Не все спят. А некоторые выбираются наружу посмотреть, как там, что, какая погода. Где-то рядом детишки катается с горки. Я хочу подобраться вот к этим соснам. Если получится поближе, тут не особо-то дорожки натоптаны. Но сейчас все-таки найду. Поднимусь на горку. Вот такие интересные корни. Она прямо держится ими, чтобы не упасть. Смотрите, какое дерево. С другой стороны тоже. Такие вот здесь красоты. Толстенные корни, которые впились в землю. А вдалеке городская жизнь.
все такое буквально черно-белое, немножко только зеленой хвои сосен. Год заканчивается, и в нем, как и в любом времени, было хорошее, было грустное, всякое, разное. И именно в эти дни, последние такие, вспоминаешь, перебираешь все эти впечатления, воспоминания, которые сохранились благодаря фотографиям. Поэтому, наверное, сейчас покажу вам небольшую подборочку своих впечатлений этого года. Какой смешной красненький мышь. Ну что ж, смотрим.